что, ну я не добраться? А все, кто доберутся, и вас на маршрутчике отправят. Хорошо, спасибо. Сейчас надо выйти. Все, давайте, подожди. Манек, подожди. Может, куда мы будем отправляться? Я вот сам. Мы успеем. Нам надо еще подождать. До 18.40 стоит, чтобы хотя бы подождать. 18.40 тоже служил. Седая голова, дурная. Вообще опасно ездить? Как вот вы садитесь в маршрутное такси? Вы проверяете, кто за рулем, в каком он состоянии, как? Не смотрел это. Быстрее, как говорится, думаешь. Ехать надо. Вы часто именно на этом маршруте ездите? На этом? Да. Что там говорите? Водители такого этого не видели раньше, не пользовались? Нет. Утром я с Генкой ехала, он с Саржевосом. А народу вообще много обычно на таких рейсах? Полная, да, маршрутка? Да? И скажите, пожалуйста, вы выехали в каком состоянии были? В каком мы выехали? Скажите, пожалуйста, вы давно работаете в маршрутке? А разве может быть и гражданское лицо? Фрахтователь может быть. Гражданское лицо. Остановили сегодня около 16.24 заказную перевозку. Автобус Мерседес, микроавтобус Мерседес, который перевозил пассажиров по маршруту Тверь-Сычевка. Водитель исходил запах алкоголя изо рта. Соответственно, на основании этого мы его отстранили, предложили пройти свидетельство при помощи нашего штатного прибора в простонародье алкотест. По результату свидетельствования было установлено состояние опьянения. Водитель свое состояние не отрицал, пояснил, что употреблял накануне. Также пояснил, что думал, что сегодня у него будет выходной, поэтому накануне злоупотреблял спиртными напитками. Согласно путевого листа, 5.15 проходил медицинский осмотр.